Друзья, привет! Сегодня готовим очень вкусную и нужную заготовку на зиму. Вот такие огурчики в банках. Огурцы можно взять любые, например, некондицию, кривые. Моем, отрезаем хвостики. Можно замочить по желанию. Я замочила на 1 час. И нарезаем так, как обычно нарезаем, например, на рассольник или, к примеру, на салаты. Я нарезаю вот так вот, а потом кубиками. Вот так вот нарезали. Раскладываем в баночки без всяких специй и приправ. До плечика в баночке, учитывая, что потом будет рассол. Вот посмотрите, у меня литровая банка, и я до плечиков наполнила баночку огурцами. Заливаем крутым кипятком. Накрываем крышечками и оставляем минут на 15-20. Для маринада нам понадобится соль, сахар, уксусная эссенция 70% и вода. Подробный рецепт я, как всегда, напишу под видео, и будет он закреплен еще в первом комментарии под видео. Огурцы остыли. Сливаем с них воду. И я буду готовить маринад из расчета на 1 литр воды. Из расчета на 1 литр воды я добавляю 2 столовые ложки соли. Это примерно получается 50 граммов соли. Плюс-минус. И 1 чайную ложку сахара в пределах 10 граммов. Из специй можете добавить все, что вам нравится. Я добавляю только несколько зонтиков укропа. Отправляем на плиту до полного закипания. В каждую литровую баночку я наливаю половину чайной ложки уксусной эссенции 70% или 2 столовые ложки уксуса 9%. Я из кастрюли убрала укроп и заливаю кипящим маринадом огурцы. Закрываю крышкой. Проверяю, чтобы баночки не подтекали, и отправляю под одеяло до полного остывания. Проверили, чтобы баночки не подтекали. Переворачиваем и отправляем под одеяло до полного остывания. Такие огурцы можно использовать в любые салаты зимние. Сливаем маринад, и огурцы готовы к использованию. К примеру, можно добавлять в рассольник. Еще я могу сказать, что можно приготовить маринад на ваше усмотрение. А сделать таким способом. Это способ утилизации некондиции огурцов. Друзья, приготовьте и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким!